Велосипедная мигалка на 5 режимов. Самое бюджетное решение для вашей безопасности. Значит, что представляет собой данный гаджет? Поставляется, во-первых, он в пластиковой упаковочке, сзади картонная. Тут есть инструкция по установке. Все очень легко вынимается. Значит так, сама мигалка. Физические ее размеры. Ширина примерно 4,5 см. Длина 6,7 см. И ширина, точнее высота, или как ее назвать, составит 2,4 см. Работает это чудо китайское на двух батарейках или аккумуляторах формата 2А. Крепится к велосипеду на вот такое крепление, оно разборное. Вынимается винтик, обжимается под сидельный штырь и устанавливается. Крепко зажимается, и далее мы можем установить очень легко велосипедную мигалку, так как она крепится на один щелчок, на одну защелочку. И мигалка у нас установлена. Так же самое оно и разбирается. Для того, чтобы открыть веломигалку, нам нужно с одной стороны найти пазик, туда засунуть ноготь и очень легко ее открыть. Материал — это пластик, также есть резиновая прокладочка, чтобы мигалка была влагостойчивая. И сам механизм велосипедной мигалки. Устанавливаем батарейки, проверяем полярность. Работают они на 5 светодиодах, и там маленькая схемка. Так, проверяем, работает ли. Да, работает. Закрываем крышку, устанавливая перед этим резиночку. Так, и мигалка у нас защелкнулась. Значит так, выключаем освещение и смотрим. Один режим, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 7 режимов в этой мигалке. Не могу понять почему, но в некоторых мигалках идет 5 режимов, в некоторых 7. В общем, вот такое вот устройство. Самый бюджетный вариант для вашей безопасности.